Пошлины, введенные Евросоюзом на ввоз китайских электромобилей в страны ЕС, официально вступили в силу. Размер налога может достигать 38% в зависимости от марки авто. Данные тарифы пока носят временный характер, поскольку Еврокомиссия проводит расследование производства электромобилей в КНР. Окончательное решение европейский орган примет в ноябре. Введением пошлин ЕС хочет уравнять стоимость китайских и местных электромобилей. Европа обвиняет КНР в том, что страна за счет масштабной господдержки производит избыточное количество электромашин. Спрос на автомобили, производимые по зеленым технологиям, резко вырос в последние годы. Цены китайских машин в среднем примерно на 20% ниже, чем у европейских конкурентов. Поэтому с каждым годом они становились более привлекательными для потребителей Запада. Введение пошлин не является целью как таковой. Это средство исправления дисбаланса несправедливой конкурентной ситуации в ущерб производителям электромобилей в ЕС. Мир не может принимать лишнюю китайскую продукцию. Именно поэтому нам нужен диалог с нашими коллегами из Китайской Народной Республики.